Всем привет! Если вы предпочитаете долгие прогулки в не самую приятную погоду, то внимание на экран. Зимняя броня для суровой погоды от американского бренда Marmot. Итак, модель Oslo. Данная куртка предназначена для зимних условий, примерно таких, как у нас, когда и морозы могут стоять, и метель начаться, да и дождь нашей зимой не редкость. Со всеми этими условиями она без проблем справится. Но пройдемся по деталям и разберем технологические особенности данной модели, а их тут немало. Итак, верх куртки сделан из прочного полиэстера вторичной переработки и снабжен мембраной Gore-Tex, чтобы не продувало и, конечно, было сухо. Дополнительно материал обработан ДВР-пропиткой, чтобы при обильных осадках вода не впитывалась в материал верха. Кстати, швы у данной куртки проклеены, и в этой зоне промокание исключено. Что касается утеплителя, то здесь используется натуральный пух, что обеспечивает поразительные теплоизоляционные свойства в сочетании с легкостью и мягкостью. При этом пуховое наполнение начинается от подола и расположено везде, включая капюшон. Так что в этой модели вы будете ощущать себя словно в одеяле. Что касается эргономики, то тут все в полном порядке. Карманы двойные и обеспечивают возможность и руки погреть, и вещи разместить. Тут точно ничего не потеряется. Ну а для самых сокровенных вещей предусмотрен внутренний карман на молнии. Центральная молния двусторонняя и работает как часы. Не зря YKK является эталоном в этой области. Ну а для максимальной защиты от ветра и холода манжеты имеют мягкие вставки из микрофлиса. В целом, если подвести итог, то данная модель является эталонным изделием, сочетающим в себе комфорт и технологичность. В такой куртке и зима в радость. Так что не бойтесь холодов, выбирайте качественную экипировку и заходите к нам в гости на сайте на 4.